Понятно. Замечательный лаг варфрейма, я играю от первого лица. Что происходит? What the fuck? Где Валерий? Древний, да умрёшь ты, нет, говно. Миш, щит вешай. Я играю от первого лица. Древний, умри, говно. Улетел. Он висит на трубах. Нет, очередной баг варфрейма, конечно, мне нравится то, что я играю от первого лица, типа вон у меня руки, все дела. Ну-ка, что будет, если я на пушку переключусь? Ха-ха-ха, такой автомат, блядь. Сука. Ты увидишь на видео баг варфрейма очередной, короче. Я не знаю, как я так сделал, но у меня, короче, вид от первого лица, у меня рука видна. Я вижу пушку, когда прицеливаюсь. А сейчас я вижу голову. Ты видео записываешь? Да. И этот у меня, главное, прыгает. О, кстати, а что там за этот, блин, сектор был? Так, щит, Миша. А, меня там... тащат, меня хуканули. Да, я вижу, вижу. Кто? Кто это сделал вообще? Бля, я не понимаю, что происходит. Как... Древний! Нет древнего. Господи, блядь, ну, очередной баг варфрейма, он выглядит примерно так, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сука, только я могу уметь ломать точнее игры. Именно в онлайн, блядь, игры. Да, ты себе это представляешь вообще? Да ём хиты, понятно! Силово! 10 патронов тебе залетим, всё. Короче, надо, блин, завязывать уже.